Сейчас команда 1263 военного представительства представит вам наше видение фильма Т-34. Коля, фельдмаршал сказал, вам нужно воевать за немцев. Вам нужно восстановить танк и инструктировать экипаж. Удачи. Ну что, бойцы, подъем. Ты танк видел? Нет. Придешь в ангар, я тебе покажу. Ты на фронте кем был? Летчиком. Будешь наводчиком. Ты кем была? Радисткой. Была радисткой, станешь танкисткой. Пойдемте в ангар, нам нужно восстановить танк. Открывай. Давайте его захороним с почестями. Это наш боевой товарищ. А снаряд оставьте, он нам еще пригодится. Приступаем к ремонту. Готово. Готово, командир. Расчет к бою. Поехали. Эй, Фрыть! Чего уставился? Давай дизеля до полного! Герштейн! Дай, мамой клянусь, мамой! Сейчас против вас будет воевать мой лучший танк, Пантера. Ержан, проснись, заряжай. А сейчас, чтобы предотвратить попадание нашего снаряда нечаянно любопытных зрителей, и чтобы наши снаряды не попали в какую-нибудь утку, мы применим в нашем представлении эффект слоумо. Огонь! Мой лучший танк, вы нас победили. Мы сдаемся. Так будет с каждым, кто посягнется на русскую землю. Если честно, нашей команде фильм Т-34 не очень понравился, потому что наше представление о войне формируется в первую очередь рассказы наших дедов и прадедов. Мой дед был танкистом, он прошел всю войну, дважды горел, чуть не утонул при переправе через Днепр, когда его танк ушел под воду. Но всех наших дедов и прадедов объединяло одно – неутомимое желание жить и идти к победе, чтобы над нашей головой всегда царило мирное небо. Спасибо вам за внимание.